Мы идем в дом. А, привет. Всем привет. Ой, привет. Всем привет. Всем привет. Ну, полохай в экран-то. Всем привет, и мы будем... Скажи сюда, а то не повернулся, не слышал. Всем привет. Да не надо кричать, ты просто скажи, куда идем-то. Мы будем идти в дом. Ага. Это заброшенный... И посмотрим, что там хоть интересного. А то взрослые какие-то мальчики ходят. Я тоже хочу посмотреть. Это что, дверь? Ага. Ну, лучше там пойдем. А нет, тут окно. Тут что-то странное. Тут по-любому мальчиковые, которые всякие. Кто здесь живет-то? А я не знаю. В общем, здесь какие-то палки. Сломанная печка. Ну ты зайди, проведи, покажи печку-то. Не, ну вот печка. Ну надо зайти, посмотреть все вокруг. Подвал. В который не надо заходить всякие. Да, ну ты там снимай, что-то хоть там. Так, ну там, все, пойдем. Да здесь жить можно, слушай. Да нет, нельзя. Как тут нельзя? Какие-то палки. Ну главное, крыша есть, что, пол есть. Вот пол. О, даже кровать есть. Даже кровать есть, слушай. Ну, проводи дальше экскурсию. Стена. Даже... Палки для ходьбы есть, для шведской ходьбы. А туда вот ты так, сам, да, заходи. Ну, я же за тобой, я снимаю тебя. Иди. Ты главный герой, иди. Нет, не идти. А я за тобой, поэтому. Ты главный герой. Ну ты снимаешь-то. Да я-то снимаю. Ну а кого? Тебя в главной роли надо снимать. Чего же я буду снимать пустые хоромы? О, как все тут таинственно. Ай, ты зачем меня обжег, папа? Это специально, как будто я ждал этого момента, да? Вопрос. Ну, пройди. Пап, больно. Я понимаю, не надо было поосторожнее. Папа. Да. Больно. Страшно нету, это пройдет. Так. Ну, расскажи про этот дом. Здесь раньше жила бабушка. Так. Потом она умерла, потому что она пила... вино. А мы деду говорим, ну, дед, ну не пей, пожалуйста. А он потом сказал, ой, мне плохо. А ему от сигарет было плохо. И от пива. Так, ну тут палки. Понятно все. Так. Стены пошкарябанные. Тут мальчики рисовали, я... Алло. Алло. В общем, он хотел написать «Я, Алёша». Да. Веды. Это фамилия, наверное. А, я, Алёша. В общем. Ну, что застрял? В общем, пойдём. А мы еще будем снимать что-нибудь здесь? Ну, конечно, будем. Ну, хоть рассказал бы, что вот мебель надо заснять. Вот здесь вот печка. Ого, да тут подпол есть еще, вон. Вон подпол есть. Вот он, там крыша. Пап, крышу покажи. Ну, крыша вот такая. Даже есть электричество, да? Электричество есть тут? Электричество есть, наверное. И газовая труба вот отрезанная. Так, ну что мы сюда зашли, там надо посмотреть все очень тщательно. Есть палка? Я же говорил, а что ты сюда, пройди тут, хоть покажи тут, рукой покажи. Папа, а что за этой хоть? Где? Ну за этой кроватью. Почему вот она хоть тумбочка, так? Вот тумбочка, тут мебель, все тут есть.
Кстати, тут, слушай, даже окна есть какие-то. Да окна-то в любом случае должны быть. Здесь даже можно немного жить один день. На время военных действий можно и жить. Хотя, если сюда вот маленький ремонтик заказать, то красиво, молодежно. Так, а еще будет заброшенки другие? Так у нас больше нету заброшенки. Понял. Ладно, пойдем на улицу, что мы только здесь снимать будем? Нет, не только. А вот автомат есть. Какой? Вот, выключатель от автомата. Ну, имеется в виду электрощит. Ну, электрощит. Вот, в сундуке тут всякое барахло. Понятно. Но это не слишком барахло, потому что... Ты потом залей на канал видео. Хорошо. И сам лайк поставь. Это ты сейчас вот сказал всем, ну-ка скажи. Заходите, ставьте лайки. Нет, мы еще снимать будем. А мы потом снова включим. Ты сейчас пока скажи. Заходите и ставьте лайки. Ты хоть сюда в объектив смотри. Ну. Заходите и ставьте лайки. Это я хочу, чтобы на моем канале было хотя бы уже 50 подписчиков. Потому что 25 это ну, как-то мало, что ли. Все, пока всем. Всем пока. До новых встреч. Помахай, да и в объектив надо смотреть. Во. Окей. Okay.